Привет, интернет. Видео «Очумелые ручки». В общем, делаю я забор из профнастила. Вот там от улицы сначала у нас шел капитальный забор. Ну, а дальше вот тут 33 метра забор был из сетки рабицы. Ну, в конце концов я созрел, чтобы поставить забор из профнастила. И сейчас я подробно расскажу, что я как делал. Есть там пару лайфхаков интересных, чтобы себе упростить. Я ставил забор один, поэтому, если у вас нет помощника, будет это видео вам тем более интересно. Итак, начнем по порядку. У меня уже был фундамент, тут залитый бетон, и были столбы 50 на 50, здесь столб толщиной 2 мм, предкер. Но минус этих столбов то, что они короткие, то есть под сетку рассчитаны максимум там 1,50 м, иногда даже 1,45 м. Этого мало. Я забор делал сам профлист, высота 1,70 м. Ну и 5 сантиметров снизу зазоры делаю, то есть в итоге он где-то будет 1,75 м-1,80 м, так как фундамент у меня тут залитый не идеально. Ну, в общем, где-то он трошечки гулять будет. Выравнивал я по верху забор. Ну, вполне достаточно. Первое, что мне надо было сделать, это удлинить столбы. Так как я сварщик такой, можно сказать, что начинающий, неопытный, я не делал, как бы не удлинял столбы вот так вот вверх, не ставил, потому что как бы, ну, боялся, что моя сварка как бы, ну, не выдержит, будут ветра, и как бы столб, эта часть может просто отломиться. Я сделал по-простому, как мне было легче, то есть прикладывал сюда еще трубу 50-ку и сваривал с этой стороны, ну, и с той стороны. Значит, лаги. Лаги я брал 40 на 25 труба 2-миллиметровая. Две лаги у меня. Одна на высоте 25 сантиметров, вторая 1,60 м. Участок наш, дом стоит, ну, не сказать, что в чистом поле, но ветра у нас здесь очень приличные. Вот сейчас покажу. Вот там у соседа забор. Вот ветром сдуло, вот там еще часть была, он ее вырезал. Поэтому фундамент. Конечно, если вы делаете с нуля, надо делать фундамент такой серьезный, чтобы он выдержал и морозы, и ветра. Ну, у нас морозов таких не бывает сильных. У нас юг Украины, Одесса. Поэтому я его просто укрепил в четырех местах. Залил вот такие столбики 50-ку на глубину 50 сантиметров. Забетонировал и сделал такие распорки в четырех местах. И этого вполне достаточно. У меня с той стороны тоже забор из профнастила. Я там тоже так же укреплял. И были серьезные очень ветра. Все выдержало, все нормально. Я перестраховался. Может быть, вполне этого фундамента было бы и достаточно под забор. Ну, я лучше перестрахуюсь, чем потом решать проблемы с покосившимся забором. Вот, кстати, у меня тут ждут 4 листа. Мне надо доделать забор до угла. А у меня еще с этой стороны тоже я забор буду делать. Тут ворота. Но это будет, наверное, в отдельной передаче, потому что уже зима. И как бы на морозе не хочется этим чем страдать. Единственное, что я вот это до угла доделаю. Каждый день там выделял 2-3 часа. Так как я не профессиональный строитель. Я просто как бы самоучка. Поэтому забор у меня растянулся, ну, на длительное время, скажем так. Если там я нанимал людей, они мне за день сделали. А, ну, потом я еще укреплял забор отдельно. То здесь я не спеша, себе в удовольствие. Здесь никто не мешает, участок пустой. От соседа надо было быстро закрыться. Поэтому там нанимал, а здесь я решил сделать сам. А на сэкономленные деньги купить себе хороший инструмент. Ну, сэкономленные деньги, чем я бы нанял людей. Купил себе хороший инструмент. Итак,
Поехали. Итак, как я вешаю один лист? Что у меня есть в помощь? Значит, снизу. Снизу у меня расстояние от вот этого фундамента бетонного 5 сантиметров. Я подкладываю такие вот чурочки 5 сантиметров, которые толщиной. По листу последнему я отмеряю, чтобы оно ровненько было, и струбциной зажимаю. И в помощь у меня два магнита. Вот здесь вот побольше магнит, здесь поменьше магнит. Неодимовые магниты очень облегчают работу одному с забором с профнастила. Все, дальше я буду прикручивать. Чтобы прикрутить верхний ряд, значит, у меня есть такое приспособление. Вот такая дощечка с прорезью. Вот смотрите, я ставлю ее вот так вот. Сейчас с обратной стороны покажу. Смотрите, с обратной стороны, чтобы не засвечивал, вот. Она становится на лагу. Значит, с этой стороны у меня лага 40 миллиметров, 4 сантиметра. Где-то отступаю 2 сантиметра и засверливаю саморезом. Очень просто. Вот такое приспособление. Это для верхнего ряда. Для нижнего я вам покажу чуть позже. Ставлю на уровне этого самореза, а с этой стороны на уровне лага, который я вижу, и отмечаю, где я буду сверлить, ну, где буду крепить. Все просто. Следующий вопрос. Ну, забор красивый, крепится всего лишь на саморезах, которые хорошо закручиваются хорошим инструментом, ну, также и выкручиваются. Стал вопрос, почитал там в интернете, ну, могут прийти, как-то так, когда меня нету или когда там ночью там, выкрутить и унести забор. Что-то я, как говорится, подумал, что нет, так не подходит. Много есть способов, как типа сохранить забор из профнастила, чтобы его не украли. Но есть такие совсем там уж замороченные способы, мы ими не будем пользоваться. Самый простой способ — это кое-где еще поставить заклепки. Посмотрят, заклепки стоят, если плохие люди скажут, а ну будем мы тут морочиться.
Пойдем найдем там, где без заклепок. Так что сейчас я кину несколько заклепок и расскажу, в чем там секрет. Так, меняем биту. Кстати, бита, конечно, для саморезов нужна магнитная, чтобы было максимально удобно. Меняем на свердло. Заклепки у меня 4,8 мм на 10 мм. И сейчас я буду ставить заклепки. И расскажу еще один лайфхак. Я ставлю заклепки, но у меня заклепки смешанные. Простые заклепки, это сталь, алюминий. И в перемешку я ставлю заклепки из нержавейки. Если алюминий, сталь, как бы их высверлить как бы относительно легко, то высверлить заклепки из нержавейки уже сложнее. Поэтому вот такой лайфхак. Следующий этап. V-образная планка. Я закрываю забор сверху планкой. Это и эстетически красивее. Плюс где какие-то огрехи, знаете, там где-то если есть, они, планка скрывает это. Ну и забор, он прочнее сверху становится. Поэтому я рекомендую эту планку покупать и делать. Планку я тоже креплю на заклепки. Плюс еще планка выполняет тоже как бы такую функцию антиворовства. Дополнительные еще клепки, планка, это все надо высверливать. They're good. Вот таким образом. И красиво, и прочно, и не унесут. Саморезы у меня размером 5,5 мм. Длиной 25 миллиметров. Ну, покрашенный цвет забора. Закончил я эту сторону забора. Вот такая получилась красота. Здесь у меня, напомню, 33 метра погонных. Ну, а теперь супер. Я доволен. Как говорят, глаза боятся, руки делают. Ничего сложного нету. Главное, чтобы были инструменты, немножко времени, ну и желание. Ай, супер, нравится мне. Ну, на этом с вами, как говорится, прощаюсь. Еще я сделаю видео отдельно, там на той стороне тоже забор надо будет закончить и ворота сделать, как я их делаю. Ну, а там, может быть, позже. Но все равно будет много еще интересных видео на канале Big Family, так что подписывайтесь. Ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. И до новых встреч с Валерой. Пока-пока.